Сотни малышей и их родителей собрались в минувшие выходные в Ростовском парке Черевичкина на ежегодный бал младенца. Самым зрелищным мероприятием в его рамках традиционно становится карнавал колясок. Его ждут и зрители, и участники. Мамы и папы тратят недели на украшение детского транспорта. И что из этого в итоге получается, расскажет Ангелина Галич. Прилетел вдруг младенец на большом вертолете. Второй пилот, мама Антонина, секрета не делает. Глава их маленькой семьи служил в армии. Поэтому идея военной амуниции возникла сразу же. Военный вертолет называется АП-04 Александр Печенко. 04 года. Посвящен нашему маленькому сыну. Техника добротная, надежная. Ну, надо будет, летать сможет. Бал младенцев и карнавал колясок. Понятно, что главные действующие лица здесь папины и мамины, сыночки и дочки. Но только, судя по всему, этот праздник родителям больше пришелся по душе. Малыши иногда капризничали, а вот родители с радостью румянили щеки и поправляли удивительные головные уборы. Семья пиратов Наталья и Петр Анущенко уверены, со своим ребенком они всегда должны быть на одной волне. Вообще он у нас с очень спокойным и уравновешенным характером, но сегодня вжился в образ. Вжился, да. Пират, десантник, Цветик-семицветик, Падишах, Золотой петушок, Аладдин, Золушка, Маленький Мук. И каждый из них на соответствующем транспорте. Правда, Баба-Яга, а в миру Алиса Кужарова, на карнавал колясок прилетела не в ступе. На праздник ее доставила избушка на курьих ножках. Тропами добиралась сложными, но в пути помогали волшебные световозвращающие ленты. Наша коляска не только красивая, но еще и безопасная. В темноте ее будет хорошо видно. Да, светоотражатели, конечно, помогают в темноте. Карнавал колясок традиционно проходит в рамках ежегодного бала младенцев. Но в этот раз яркий семейный праздник решили провести в поддержку областной программы повышения безопасности дорожного движения. Чтобы во взрослой жизни у этих малышей был только счастливый путь и безопасные дороги. Ангелина Галич, Олег Хачкинаев, Вести Дон.